всего, да, это, я думаю, это зона чисто каршеринга. И бэха каршеринг. О, какая хорошая. Вот, кстати, да, согласись, пол, этот пол же, да? Он такой, да? А этот лучше Андрюха возьмет потом хорошую машину и все. И поводишь. Не всякий там. Кто потом может взять, да, какой-нибудь Мерседесик поводить. Надо ты... ей зарегистрироваться самой. А, да, кстати. Привет всем. Привет. Ну вот я и в Москве. В Москве с деловым визитом. А в Москве-то у вас не холодно. Ой, Витя, какой красивый. Спасибо большое. Прямо 5 километров. Будем еще красивее. Карин, ты че? Вышла, ты что смотришь? А, как ты? Саша приехал? Нет. Я приехал на премьеру фильма. Вот. На проект едешь? Нет. Вот. Тебе не тесно? Спасибо, нет. Тесно, ладно. Это вот Карина мне написала, прикинь. Карина. Да, нет, я не буду говорить. Вот муж Карина, а Карина говорит, что на проект идет. Нормальный человек. У нас проекты отношения. Вот, привет передаем Маше. Дивонис. Маша Дивонис, привет большой. А Саш помирились? Да не, наоборот, ну Саш, кстати, сейчас категорически в ссоре. Вот. Привет, категорически рассорились, Саш. Серьезно, серьезно. Карина сейчас. Слышали? Саш. Машинка мала. Мау. Нау? Ну, нау, это же сейчас. Ноу, это сигнал, это сейчас. Что за фильм? «Тайна печати дракона», дамы и господа, с вот буквально с какого? Можно купить тоже? Спасибо. Это вот знаменитый продюсер Андрей Новожилов. Это его жена, актриса Карина. Вот. Мы завтра идем на премьеру фильма «Тайна печати дракона. Путешествие». Просто «Тайна печати дракона», да. В октябре состоится премьера. А послезавтра уже все смогут посмотреть его в IMAX. Не, не послезавтра, 19-го. Ну нет, эксклюзивно в IMAX 12-го. Да. 12-го в Москве? Да. Ну, в IMAX. Они, привет, привет, Сергеева Татьяна, привет большой. Девушка твоя сзади. Нет, девушка моего друга. Знаменитого режиссера Андрея Новожилова, жена. Приветик. Так, из Волгограда. Волгограду привет большой. Хорошего просмотра, спасибо большое. Как у тебя дела? Ты же спортсмен, пьешь такую гадость. Кока-кола. Пепси. Иногда можно. И мне привет передай. Привет, Лиляна. Так, привет, привет, привет. Надолго в Москве? Нет, послезавтра улетаю. Вот. Дальше что еще? Короче, ну, грубо говоря, вот такой вот, такой странный прямой эфир. В рабочее время. Блин, офигеть, все работают, а мы завтра на премьеру. Это ж надо так. Очень любит, очень классно. Спасибо большое. Держите. Я вас тоже всех люблю. Вот. Тебе как-то... Каринка этот, как это, администратор. Администратор прямого эфира. Вики, не отвлекайся, тебе пишут. Что еще вам сказать? В принципе, все. Я надеюсь, для вас этот прямой эфир был невероятно познавательным. 12 числа в IMAX всех ждем на премьере. Не на премьере, да, 12 уже премьера для вас будет.
У нас завтра премьера, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Так что хотела бы с тобой познакомиться, встретиться. Да как-нибудь обязательно. Просто вы здесь, я там. Когда-нибудь мы обязательно встретимся. Очень прям. Вот. С Волгограда живу. Конечно, встретимся как-нибудь. Камчатка, передай привет, привет большой Камчатке. Все, целую, обнимаю, в общем. Будем ехать в Москву смотреть, красиво здесь у вас, в этой Москве.